Поздравления! С 1 сентября принимала сегодня и сирийская девочка, которая успешно прооперирована в Боровлянах. Канцелярские принадлежности, одежду, сладости и мечту юной пациентки, большую говорящую куклу, Рим Салим вручил министр образования Игорь Карпенко. Хочу сказать большое спасибо всем и белорусскому президенту за то, что меня приняли здесь и помогли. К сожалению, в этом центре есть еще часть детей, которые не пошли сегодня в школу, больных детей. Конечно же, мы очень хотим, чтобы они все быстрее выздоравливали. Хочу поздравить всех детей с 1 сентября, с Днем знаний, пожелать им всего-всего самого доброго и, конечно же, крепкого здоровья. Врачи удивляются жизненной силе 10-летней девочки. Во время боевых действий она потеряла родителей, была ранена в ногу, а в Минске узнала и о тяжелой болезни. К счастью, операция сделана вовремя, и у Рим есть все шансы забыть о страшном диагнозе. Уже на следующей неделе сирийская гостья сможет отправиться на родину.